Так, друзья, мы продолжаем. Вот сейчас вроде как и звук, и все появилось. Снова Восток. Сами с удовольствием посмотрим. И, может быть, совершит какое-то чудо, и 28 очков втыкает. Ой-ой-ой. Как здорово в защите сейчас. Так, ну а пока два штрафных у нас у Хохлова. Хохлов первый промахивается. Ну а второй реализует. И паников и на скорости. Хохлов. Восток забегал прям. Пытается сейчас перебегать своего оппонента. Ну а уже игроки... 25 очков, поэтому сопротивляться особо не хотят. На периметре пытался сам раскачать сейчас Павел Леонтьев. С этой задачей он не справляется. Пробежка, да. Демонстрировался весь высочайший прыжок Джамуранда. И там прям чуть-чуть вырос, нескольких, наверное, миллиметров. Тут Черепаник тоже сейчас так очень высоко упредел. Но мяч не достал. Тома Филипп берет еще сильнее сквад и будет пытаться навязывать команде свои какие-то условия, свои правила. Гурманов из угла. На скорости Хохлов забивает. Не без доли везения, конечно, сейчас. Но все равно забивает. Мяч так сначала в душку ударился, но потом все-таки из-за скорости. Хохлов еще 2 очка. Снова на скорости побежал и забил. Либо не завершил, либо его накрыли. Но вот сейчас уже дистанцию, конечно, взорвал очень хорошо и забить получил. Автор снова под кольцом. Амурбек попадает и палит. И очень красиво заканчивается этот матч. Ну что, поздравляем Фейк Рапторс. Первая победа в летней лиге. И далась она им достаточно.